Всем хорошего настроения. Я уже показывал вам мультитулы от Ганзу, а сейчас покажу более дешевые, но качественные мультитулы, которые есть на AliExpress. Вот этот мультитул я заказал уже, наверное, более 2 лет назад. И пользуюсь этим мультитулом, он постоянно у меня в офисе под рукой. То есть что-то нужно поджать, перерезать, открутить, вот этот мультитул под рукой. И очень часто я использую вот эти плоскогубцы. Даже пробовал какую-то стальную проволоку, такую небольшую, перекусывать с помощью, даже вроде гвоздь какой-то, с помощью вот этих кусачек, и они справились. В принципе, качество неплохое. Здесь у нас вроде бы алюминий, здесь пластик. В принципе, сделаны добротно. Еще покажу вам инструменты, которые есть. Есть здесь отвертка, есть вот такая как бы открывашка, и можно использовать как штопор для консерв. Потом, вот такой прибор, я не знаю, для чего это, я его даже не использовал вроде бы, этот прибор. Что-то разве подковернуть, где-то что-то открыть, возможно, и можно использовать. И есть вот такой напильник, вот эта сторона, она просто так, ну я не знаю, вот эта сторона поинтереснее будет, как напильник. И смотрим еще с этой стороны. Здесь есть пилочка. Очень часто пользуюсь вот этой отверткой навхрест. И она хорошо справляется. То есть, вот смотрите, грани здесь, наверное, даже нет. Зализанных участков нет. Очень хорошо держится. Так, фокус, чтобы показать вам. Металл здесь использован неплохой. Есть также вот такой еще штопор и маленький нож. В принципе, если говорить о этом наборе, чаще всего я использую плоскогубцы. Но очень полезная вещь, вот такие маленькие, небольшие плоскогубцы, где-то что-то прижать, достать. В принципе, очень как бы пригодится вам на столе. Вот просто даже вспомните какие-то вот ситуации, где вам бы они понадобились, а не было. А вот у меня есть, и я, в принципе, рекомендую этот набор, поскольку качество неплохое. Есть разные цвета, черный я оставил себе и пользуюсь этим постоянно набором, а вот эти я заказывал на подарки, но вот еще у меня они есть. То есть цвета вот подбирайте себе. Чем вот я рекомендовал бы брать какие-то вот яркий цвет, я просто когда взял себе как-то не подумал, эти просто будут броские в глаза, и их будет легче найти, где-то положили, и черный вот будет тяжело найти. А вот эти, они более такие яркие, и отыскать будет легче. Ну вот, это единственное преимущество, а так качество здесь одинаковое. Вот такой получился обзор, надеюсь, был полезен, всем хорошего настроения, до свидания.